Мировые СМИ комментируют решение грузинских властей демонтировать памятник Сталину. Обозреватель газеты «Нью-Йорк Таймс» называет перенос монумента с главной площади Гори отказом Грузии от советского прошлого. Падение Сталина в последнем бастионе в его родном городе. Так и заглавлена статья в британской «Телеграф». Автор публикации считает, что для Грузии монумент оставался символом влияния Москвы. В самой России мнения по поводу демонтажа разделились. Когда мы знаем, что и в России, и в Грузии существуют не тысячи, а сотни тысяч, если не миллионы людей, которые глубоко чтят память Сталина, зачем создавать лишние конфликты в обществе? Другое дело, что грузинские власти проявляют определенную цивилизованность, потому что они не уничтожают памятник, а по слухам, которые до меня доходят, хотят перенести его в комплекс Горийского музея Сталина. Я лично не являюсь ни апологетом Сталина, ни, так сказать, его, так сказать, очернителем и неспровергателем. Личность неоднозначная, можно долго дискутировать, но по поводу памятников абсолютно точно я придерживаюсь позиции. Те памятники, что уже есть, они должны оставаться.